30 апреля хор Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней продемонстрировал выдающееся мастерство и занял 3-е место на фестивале хоровых коллективов «Звучит Москва» в номинации «Западноевропейской духовной музыки». Фестиваль «Звучит Москва», учрежденный Департаментом образования и науки города Москвы, является одним из самых престижных в России, известный далеко за пределами страны и собирает лучшие хоровые коллективы. Впервые фестиваль прошел в 1990 году. В 2024 году фестиваль объединил более 20 тысяч участников из более чем 400 хоровых коллективов и оркестров из всех регионов России, а также Австралии, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Молдавии и Сербии. Наш хор имеет свою историю. Мы некоторое время назад гастролировали по разным городам, а вот сейчас это для нас такая интересная ступень. Мы принимаем участие в межконфессиональном конкурсе хоровом. Очень приятно, что мы можем исполнять духовную музыку. Я очень надеюсь, что нам удастся порадовать тех, кто будет нас слушать. По крайней мере, нам самим очень приятно и нас вдохновляет то, что мы делаем. Хор Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней продемонстрировал исключительную технику, музыкальность и интерпретацию произведений. Жюри конкурса высоко оценило выступление хора, отметив его чистоту интонации, сбалансированный звук и эмоциональную глубину. Идея участвовать в конкурсе пришла к нам, наверное, когда мы немножко выросли из обычных выступлений на конференции кола. Нам захотелось чего-то большего, наверное, и мы подумали, решили, что нужно попробовать поучаствовать в конкурсе. Мы подали заявку, и была проведена очень большая работа, потому что одно дело, когда ты относишься к какому-нибудь музыкальному университету и там проводишь работу, а другое дело, когда все участники нашего хора, они реально не профессионалы, и они принадлежат профессионально совершенно к другим сферам, будь то бухгалтер, там, не знаю, экономист, айтишник. И для нас очень большая награда и большая возможность почувствовать на выходе ту награду, которую мы получили, потому что для участников хора это будет большой подарок. И для церкви в целом это будет большой подарок, потому что это первый шаг для нас такой, который дает толчок для того, чтобы мы могли подумать о будущем и сделать что-то еще большее. И, конечно же, мы планируем идти дальше, планируем репетировать дальше и готовиться к следующему году, к участию в следующем году в этом фестивале, в этом конкурсе. И я уверен, что мы сможем показаться еще на более высоком уровне. И это очень хорошая возможность и большое благословение. Участие хора в конкурсе «Звучит Москва» стало еще одним свидетельством его высокого уровня исполнительского мастерства и преданности церковной музыке. Хор планирует и в дальнейшем участвовать в престижных конкурсах и концертах, чтобы продолжать продвигать и делиться своим искусством с публикой. И мне очень нравится чувствовать свою причастность к этому большому общему делу. И это возможность развивать свои таланты и представлять нашу церковь здесь, сегодня, в этот чудесный весенний день. Пресс-служба Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Москва.